У каждого четвероногого сотрудника ФСИН есть не только усы, лапы, хвост, но и чуткое обоняние, острый слух, сообразительность, а самое главное – набор знаний и навыков для поиска запрещенных веществ, поимки опасных преступников и других рабочих ситуаций. Свое мастерство кинологи и собаки Федеральной службы исполнения наказаний регулярно демонстрируют на профильных соревнованиях. На чемпионате представители кинологических служб со всей России вместе с четвероногими напарниками боролись за звание лучших в своей профессии. Участники выполняли упражнения по защитно-караульной службе, задержанию, охране, конвоированию преступников, преодолению полосы препятствий, а также поиску предметов и людей. В каждом упражнении есть свои сложности. С виду вам кажется, что упражнение легкое, да? Ну что там такое? Побежал, обозначил один предмет. И вроде как и все. Но подготовка к этому упражнению, сколько нужно сил положить, сколько, так скажем, средств, внимания, сложно. У каждой породы свои задачи. Охотничьи собаки, лабрадоры и спаниели в основном используются для поиска и обнаружения взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и наркотиков. С задержанием преступников отлично справляются овчарки, ротвейлеры и доберманы. Бельгийские овчарки легкие, быстрые, поэтому и на задержание, если вы смотрите, да, она бежит, хватает, как прищепка. Вот. А немецкая овчарка, да, выглядит более мощно, когда то же самое это делает действие. Естественно, этим породам отдают предпочтение именно, вот, допустим, в разыскном профиле. Для каждого кинолога его собака не только надежный напарник, но прежде всего верный друг. Лабрадора Шерри Алексей взял совсем молодой у недобросовестных хозяев, которые от нее отказались. Наладил с ней контакт, завоевал доверие и приступил к занятиям. Она одна приехала на такси ко мне. Хозяин ее посадил в машину, позвонил мне, сказал, номер машины такой-то, через полтора часа к тебе приедет. И она одна приехала на такси в Ногинск. Я ее забрал, и с того момента мы начали работать. Ну, нет, сначала мы не работали, мы просто бегали по квартире, были счастливыми. Вот такими вот. А потом я устроил ее на работу. На соревнованиях большинство кинологических дуэтов показали высокий класс мастерства и волю к победе. Благодаря чемпионату специалисты-кинологи проверили уровень своей подготовки, натренированность служебных собак, пообщались с коллегами из других учреждений и отлично провели время. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».